В начале выпуска экстренное сообщение. На Ярославль надвигается сильный снегопад. На регион, по прогнозам синоптиков, он обрушится в среду. Ожидается сильный снег, метель, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. При этом видимость ухудшится до 500 метров. МЧС предупреждает о возможности снежных заносов на дорогах, обрывов линий электропередач, а также падения деревьев, рекламных щитов и плохо укрепленных конструкций. Водителям завтра лучше пересесть на общественный транспорт.